Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про лучший танк 2021 года, прокачиваемый. Нужно уточнить, что акционные танки трогать не будем, поскольку с ними все понятно. А для простых, обычных танкистов, которые у нас все в рандомчике обитают, будем говорить чисто за прокачиваемые танки. Лучший танк для всех. Большой промежуток времени. Лучшим танком можно было с легкостью назвать Кранваген. 3 мая 2019 года его изменили в патче 1.5. Ему изменили перезарядку с 33 секунд до 21.5. Поскольку бои сейчас быстрые, то это очень сильно оживило танк уже. Также скорострельность внутри барабана на 9% улучшили, что тоже сказалось в лучшую пользу. Изменили количество снарядов с 4 на 3. Также еще скорость поворота башни улучшили. Альфу увеличили с 400 на 440, увеличили количество снарядов и добавили мощности двигателю. Танк буквально оживили, он стал маневренней, он стал быстрее, быстрее заряжается, больше альфа, что лучше подходит под стиль нынешнего рандома. В нынешнем рандоме очень быстрые бои и очень хорошо держать высокую статистику на танках, которые вливают много и быстро урон за те короткие промежутки времени, когда враги подставляются, и мы находим какие-то прострелы и начинаем раздавать по врагам. В этом плане маленькие короткие барабаны, которые быстро перезаряжаются, зарекомендовали себя как самые лучшие. Если посмотреть на самые офигенные танчики на любом практически уровне, то на 8 левеле, допустим, Бураск, Шкода Т-56, на 9 уровне Эмиль-2, ТНХ ТВЗ-51, а вот на 10 уровне ВЗ-55 и Кранваген. Если посмотреть на эти танки, то высматривается простая закономерность. Необходимо нанести очень много урона, максимально быстро за короткий промежуток времени, быстро, четко, быстро перезаряжаться, и чтобы опять за короткий промежуток времени быстро взорваться, нанести много урона и опять немного отойти на второй план, перезарядиться. Поэтому с 2019 года, уже третий год, Кранваген находится на первых позициях среди прокачиваемых по статистике на 10 уровне. Поскольку снарядов у него в барабане 3, альфа 440, он быстро раздает барабан. У него очень крепкая башня, что позволяет с его хорошими УВНами вылазить и занимать прострелы. Можно быстро выехать, от крепкой башни раздать барабан, уйти на быструю перезарядку. Как мы видим, КД всего лишь 21.5 секунды. И снова раздавать 3 снаряда по 440. Я думал, что и в 2021 году Кранваген тоже будет лучшим танком на 10 левеле. И по сути самым сильным танком в игре среди прокачиваемых. Поскольку он офигенно подходит под геймплей World of Tanks. Сейчас очень много коридорных карт со всякими кучками, насыпями, рельефиками, где можно выскакивать от башни и просто торговать крепкой башней. Ничего не бояться и раздавать бесплатно свой барабан. Но вот в патче 1.14 11 августа появился у нас танчик в игре ВЗ-55. Новая чехословацкая десятка оказалась именно таким танком, который подходит под мое описание лучших танков. Крепкая башня есть, быстрое взрывное орудие с небольшим барабаном, которое быстро перезаряжается, есть. Более-менее нормальная подвижность для быстрых боев тоже есть. Теперь получается, что ВЗ-55 обогнал Кранвагена и уже находится на первом месте среди прокачиваемых. Да, у него барабан всего лишь на 2 снаряда, но альфа у него 490. Перезарядка у него 22 секунды, а между снарядами 2. КД, конечно, на полсекунды больше, чем у Кранвагена, но альфа больше. Также немножко лучше точность, 0.35, а не 0.36. А вот сведение хуже. У Кранвагена 2.5, а здесь 2.7. Но вот ДПМ у Кранвагена получше. И броня в башне тоже лучше. И у УВНчики у Кранвагена минус 12, а вот у ВЗ всего лишь минус 8. С одной стороны, на Кранвагене очень легко играть от башни, она сверхбронированная. Но вот если нету зачем спрятаться и играть от башни, то здесь на Кранвагене становится уже тяжело. Кранваген больше любит позиционные бои, где можно поиграть от башни, это очевидно. А вот ВЗ-55 наоборот. Он с трудом, конечно, может поиграть какие-то позиционные бои, но смотрится он в них больше, как будто бы он раком стоит каким-то, чем нагибает всех. Поскольку у ВНов минус 8, их не всегда хватает. Башня не самая крепкая, в ней есть лючок, который пробивается не так уж сложно. Корпус тоже не самый крепкий. Но вот всякие быстрые бои, где можно поездить и пострелять наш взрывной барабан, здесь ВЗ-55 показывает себя намного лучше, чем Кранваген. Быстро бахнуть 2 снаряда
по 490 и уже набить 1000 урона как-то намного легче, чем на кранвагене раздавать целых 3 снаряда. На кранвагене, конечно, это выглядит безопаснее, но дольше. И не всегда все 3 снаряда залетают с уроном. Чем дольше стоишь раздаешь, тем больше ты подставляешься под врагов. Мне нравится, что тот танк, оба офигенные. Но вот по статистике кранваген немного отстает. Не сказать, что намного, но заметно. Не хотелось этого, конечно, говорить или даже признавать, но игре очень много лет. И до сих пор при этом выходят танчики, на которых можно чему-то удивиться, они могут понравиться и на них возникает желание поиграть. Вот бы еще игра не была такой токсичной, вообще было бы прекрасно. Пишите в комментариях, какой ваш любимый танк, прокачиваемый и самый сильный, на 10 уровне или вообще. На мой взгляд, кранваген немножко отходит на второй план и ВЗ выходит на первый. Но оба очень офигенные. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.